Андрей, а тебе не кажется, реверс только? Это написано. А, это написано? Огнем сияют твои глаза, простиговая с тобой. Взгляни на меня, опять самички, потанцуй и спой со мной. Репетиции, конечно, были сложные, потому что, ну, я люблю сложности, потому что это театр не реалистический, это театр, конечно, формы, и такой жесткой формы, там у нас подача такая клиповая, сценка погасла, сценка перешла, так нужно именно и состояние менять. И это очень интересно. И потом я говорю, что был поиск своей интонации. И у меня, я не сразу нашла эту интонацию, очень сложно было это. И как потом, когда нашли, еще и мне акцент подсказали, это уже все, уже как бы роль на... И я так обрела такую свободу в этом, потому что, ну, как бы иностранка в чужой стране, речь, как бы, ну, такой, понимаете, как ребенок. Вот. И свобода была такая, что иногда и я даже не контролировала свое поведение, а как бы Сельма играла сама, вела меня за собой. И как бы откликалась, даже удивительно было. Вот. И, конечно, Лиза Бондарь, она все это придумала. Она придумала, она все это. Наверное, знала, как должно быть. И вот она просто нас вела. У меня давно таких ролей не было. Вот это вот слияние, где-то переживание, театр переживания, где-то театр формы. Вот это вот очень такое, как бы, мне кажется, имеет за собой будущее. Именно, чтобы говорить на современном языке. Я верю в это, слушаю музыку этой планеты. Звуки волшебные тронут сердца. Музыки этой.